Привет, друзья! Сегодня мы приготовим зеленый борщ из витаминного букета, в который входит щавель, шпинат, укроп, зеленый лук. Также нам понадобится мясо, мы будем использовать индейку, картофель, лук, морковка, куриные яйца и, конечно же, специи. Подписывайтесь на наш канал, нажимайте на колокольчик, а я приступаю к приготовлению. Итак, первым делом поставим бульон. Мясо перекладываем в кастрюльку. Добавляем целый картофель, также лук. Лук мы перережем вот так не до конца, на 4 части. Также специи. У меня здесь лавровый лист, перец, перец душистый и соль. Заливаем холодной водой и ставим на огонь. Как только мясо закипит, обязательно нужно снять шум. Далее необходимо спассировать лук и морковку для зажарки. Лук мы будем нарезать мелким кубиком, а морковку натрем на мелкой терке. Картофель, который мы целым отваривали в бульоне, мы разомнем вилкой и отправим обратно в бульон. Он придаст плотности и густоты нашему борщу. Оставшийся картофель мы нарежем мелким кубиком и отправим вариться в бульон. В бульон добавляем также зажарку. Будем варить до готовности картофеля. Теперь нам необходимо отварить яйца и подготовить всю зелень. Сейчас достанем мясо и отделим его от кости. Мясо отправляем обратно в бульон. Картофель уже сварился, поэтому мы можем добавлять зелень. Ее необходимо проварить буквально 2 минутки, выключить и отставить борщ еще на полчасика. Если по итогу вкус борща покажется недостаточно кислым, то вы сможете добавить немножко лимонного сока уже себе в тарелку. Зеленый борщ готов. Очень вкусно подавать с отварным куриным яйцом и со сметанкой. Ставьте лайки, пишите комментарии и обязательно подписывайтесь на наш канал. С нами вкусно!